прошу. Молодец. Рад стараться. Добрый день. Здравствуйте. Ваши документы, милостивый государь. Вот, извольте-с. Родословная, утвержденная генеалогической комиссией. Решение регентского совета. Пожелание дворянского титула. Официальная грамота с гербовой печатью Российского дворянского общества. Рекомендации двух князей. Вот, Бутырезны и барона. Все как полагается. А схема? Схема генеалогического древа. Все есть. Сию секунду. Есть. Все есть. Схема генеалогического древа. Вот тут вот я крестиком отмечен. Вот. Что ж, документы в порядке, барон Корф. Простите за такую проверку. Столько развелось самозванцев. Вот на Медне пытались пролезть два лжеоболенских и три графини Потоцких. Да, что? Правда, одна из них оказалась настоящей. Но это уже потом выяснилось, как с лестницы спустили. Не зато мы, дворяне, своей голубой кровью гордимся, чтобы наши собрания всякие самозванцы посещали. Какие правильные слова. Позвольте, в свою очередь, отрекомендоваться. Граф Каренин. Весьма польщен. Очень приятно. Прошу вас. Кстати, как здоровье вашей супруги? А, да знаете ли, Аннушка хворает. Простыла в поезде. Знакомьтесь, князь Дубровский и его очаровательная супруга Мария Николаевна. Барон Корф. Граф Трубецкой. Трубецкой! Барон Корф. Граф Трубецкой. Польщен. Весьма польщен. Из каких Корфов будете? Из питерских. Мой прадед имел особняк на Фонтанке. И имел честь навать. Да, да. Эту историю мне рассказывала матушка. А вот и председатель нашего собрания. Князь Орловский. Очень приятно. Взаимно. С вашего позволения, господа. Из каких? Из питерских. Мой прадед имел особняк на Фонтанке. А бабушка... Как же, ваша бабушка, очаровательная гимназистка, не раз сиживала на коленях у юного корнета моего дедушки. Подождите. Мы с вами встречались. Но не здесь же. Да, вы правы. Двадцать пятый. Ну, скорее, 26-й. Иван Петрович. Петр Иванович. А вы, батенька, раньше скрывались свое дворянское происхождение. Да и ты, голубчик, в анкете писал, что являешься слесарем 6-го разряда в 5-м поколении. Че в князья-то потянуло? Нужда, батенька. Персональные пенсии партийным работникам отменили, сам знаешь. Знаю. Что у нас тут, получается, все наши? Нет. Есть один настоящий граф. Муравей Апостолов. Вон в углу сидит. Так он это... Выходит, что он... Самозванец? Может, его с лестницы? Какой с лестницы? Тогда за чей счет мы все тут существовать будем? Эх, назад бы обратно. В 25-й. Нет, лучше в 26-й.